Всем привет, Виктор с Чехии. Это все мои танки, или скорее всего детей. Конечно, кто-то скажет, что за глупость, зачем это делать и так далее. Но с другой стороны, поиграйте с детьми, что ж это очень классно. Плюс хоть чем-то займетесь. Конечно, можно купить вот такой танк Made in China. Супер, ездит пластиковый, все. Классный танк можно купить. Но с другой стороны можно сделать такие танки. Например, как вот этот вот зеленый. Как я говорил, можно покрасить любой цвет. Здесь вот такие колесики приделал, что может ехать. Там вон ДОТ пулеметное гнездо есть. Два ствола сделал. Ну, каждый как хочет может играться. Здесь вот следующий танк. Тут такой жена хотела. Так, глядите, какой зимний вариант. Даже пулемет есть наверху. Тоже колесички такие приделал. И он ездит, видите? Вот. Здесь вот синий такой танк. Здесь колесики другие такие. Тут вообще ездит классно. Пожалуйста. Все крутится и вертится. Какой любой хотите вариант можете сделать. Вот красный. Делайте, какой там пулемет. Сын хотел, Даниил Татиник. Папа, хочу такой пулеметик там. Пожалуйста, какой танк. Ну, краска уже отлеплется, ну что наделать. Здесь такой он красно-зеленый танк. Потом все фотографии сфотографирую. Здесь синий с белыми чарками. Видите, два пулемета. Один здесь, другой здесь. Пулемет, пожалуйста, стреляйте, не хочу. Тут вот такой уже другого цвета. Дуло другое. Как хотите, можете поиграться с ним. Как хотите, можете выбросить. Этот вот стриборняк Даниил очень нравится. Видите, он весь побитый. Самый больше ужил. С такими хранящими здесь. С охраной на коло. На пас, чтобы не повредился. Но это один из первых танков такой. Ничего особенного. Тут вот тоже, пух, он летающий такой, мог летать или летает, зависит все от фантазии, какую вы захотите. Но это уже классика, лучшие танки. Здесь вот такой танк с такими колесами выложены уже, дуло, смотрите, как вертится наверх, назад. Видите, там под плексисклом лего-панальчик сидит. Смотрите, трусим, не дергается, сидит он там. То специально здесь можно открутить его, залезть, высунуть. И глядите, как ездит. Просто какие колесики у вас будет, такие сделайте. Смотрите, выбрушивал там, выпиливал. То уже долго мы их делали, этот танк. Видите, такие колесики. Ну, зато уже такой классный танк получился. Так, Азиз Батерка. Ровно натачил, снимал. И у меня Батерка выбилась, как-то в кино. Азиз Батерка. Хорошо, ясно. На этом танке мы закончили. Продолжаем дальше представление. Так, вот такой танк. Синенький, классненький. Вообще один из любимых тоже детей. Но с другой стороны, все любимые. Если вы это вместе с ребенком сделаете, будет радоваться и так далее. Так, вот он такой. Это молния Маквин наподобие. Девочки, видите, тут с плексискла это все снимается. Это детско насмотрелись игры World Tanks. Так хотели с такой, видите, он плексискло, там все скручено. Такой стреляет.
как хочет, куда хочет, возвращается. Видите, тоже там колесики, охрана. Все, вот такой танк, ствол такой выброшенный. То Тимур вырезал, хотел такой себе танк. Старался. Но дальше вещь такая. БТР. Это под цвет швейцарская такая у них униформа. Так-то тоже Тимур хотел такого себе, чтобы мог солдатиков возить. Видите, это плексискло. Это все вот тут вот так шурупик открутился. Туда вот так пандюлаков накидал этих лего. И возишь, стреляет. Такой вот он. Прикольненький, классненький. Там, если посмотреть, вот тут вот такие дырочки, то типа с пулемета можно стрелять. Ну, все как надо, все как полагается. Тут сзади можно плексискло открутить. Отсюда могут они выбегать. Ну и плексискло, соответственно, не прострельное. Все нормально, охраняет всех. И так ты ездишь и стреляешь. Ну а также Тимур хотел еще, когда был маленький, такой трактор. Тоже сделал его как на лего. Сюда можно посадить сюда. Зорика какого-нибудь. Он не садится, вот посадить. Ну и там мама у нас есть тракторист, трубы все разбирательное на крючочках. Этот плуг можно снимать, задирать его наверх, сюда можно что-нибудь повесить, если что. Такой трактор сделал, пожалуйста. Главное с детьми, если кто-то чуть-чуть соображает, чуть-чуть может потратить немного времени, и с ними и поиграешься, и чему-то дети научатся, и самому прикольно потом. Такие вот у нас танки. А сколько мы с ними наигрались, то аж страх сколько. Так, ну а теперь сделаю такое еще одно, что Даниэл хотел. Такую типа как машинку, чтобы куда-то ездила. Смотрите, колеса и туда заворачиваются, и сюда заворачиваются. Но это уже железная, это железяка. Пулемет здесь такой стреляет. Пожалуйста, все классненько. Так он сделано, колеса. Вот он. Как отсюда выглядит. Если кому-то интересно, могу снять размеры, посоветовать, с чего как сделал, без проблем. Тут же тоже вот плексискло открывается так. Опа, открыл. И сюда можно тоже. Так, поехали. Фу, пандюляка сюда. Лего вставить. Не хочет, что тоже забыл, как играться. Опа, и все. Ну, сюда пандюляк вот так поставил, не получается, ха-ха-ха. Ставил, и он ездит, там держится. Классно. Вот такие танки. Вот такие танки. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, один танк, один трактор, 12 танков, такая самоходка. Ну и, конечно, можете купить просто чинский, зайти в магазин. Я не знаю, сколько в Чехии такой танк, по-моему, 500 корон стоил. Зайти и быть спокойными, пожалуйста. Не надо мозги компостировать. Или сделать, поиграться с детьми вот такие. Вот такие танки. Если у вас есть материал, изручность, конечно, тех 2 часа, 3 часа без проблем сделайте, и будет много удовольствия. Ну а теперь сделай фотосессию, пофотографируй их. Всем привет, пока.